Глава Северского района Андрей Дорошевский провел торжественный прием ко Дню семьи, любви и верности. В этот особый и теплый день поздравили наших земляков, многодетные семьи, супружеские пары, живущие в мире и согласии многие года. Когда есть семья, близкие, родные, это самое дорогое, что есть и может быть у человека. И в этот день я хотел бы пожелать вам, вашим близким, прежде всего, крепкого здоровья, благополучия, чтобы всегда звучал в доме детский смех, было благополучие, поддержка, взаимовыручка. Каждая приглашенная семья – пример любви, добра и крепкой нерушимой связи. Они воспитывают детей, встречают вместе старость и заботятся друг о друге. В торжественной обстановке наградили супругов Дебровых. За многолетний семейный труд они получили общественную награду за любовь и верность. Для приглашенных гостей районные артисты подготовили яркую и увлекательную концертную программу. Семья – самая высшая ценность жизни любого человека. Пока есть семья, у нас будет Россия, все будет хорошо. Вам огромное спасибо за это уделенную прекрасную вечер. Я думаю, все будут сказать всем счастья, здоровья, семейного благополучия. Торжественный прием прошел в теплой обстановке. Каждая приглашенная семья получила цветы и памятные подарки.